Всем привет! Я Тамуля, и добро пожаловать на мой кулинарный канал. И в этом видео мы приготовим с вами салат оливье со свежими огурцами. Средними кубиками нарезаем заранее отваренное большое куриное филе. Чтобы его было удобнее нарезать, нужно предварительно дать ему остыть. Затем переходим к огурцам. Ох, сразу такой аромат свежести посреди зимы. Огурцы я тоже не мельчу. Но если вы любитель мелко нарезанного оливье, то, конечно, делайте по своему вкусу. Сразу подсаливаю огурчики, так как они у нас не маринованные, и хорошенько перемешиваю. На этом же этапе можно поперчить. Далее забрасываю в салат одну среднюю, нарезанную кубиками морковь. Следом очищаем 3 средних картофелины, предварительно отваренных в мундире. И также нарезаем их кубиками. Также перемешиваем, а то потом пойдут яйца, а их лучше лишний раз не мучить. Очищаю 6 средних отваренных яиц. Чем больше яиц в салате, тем он нежнее. Яйца советую нарезать достаточно крупно, потому что при дальнейшем перемешивании салата они все равно измельчатся. Поэтому совсем мелкие кусочки могут превратиться в кашу. Следом берем луковичку. Я выбрала красную. Но это мой выбор. Вы можете взять обычный репчатый или белый салатный лук. Но главное, достаточно мелко его нарезать. Четвертинку луковички я оставила, так как она очень крупная для этих пропорций салата. И мы на финишной прямой засыпаем банку зеленого горошка. Я люблю горошек покрупнее, но почему-то в последнее время в закрытых банках попадается какая-то мелочь. А какого размера горошек любите вы? Для заправки я взяла 350-граммовую банку сметаны. Если вы, как и я, остановитесь на сметане, а не на майонезе, обязательно ее посолите. Если вы не подперчили салат на начальном этапе, то можно сделать это сейчас. Нам остается заправить салат, и вкуснейшая рыбешечка готова. Я задумала красивую порционную подачу. Поэтому еще один свежий огурец я нарежу на тонкие слайсы с помощью овощечистки. Выкладываю оливье в форму для салата, оставляя на тарелке немного места для украшения. Формирую ленточки из огурца и выкладываю на тарелку. Рядом размещаю разрезанные пополам перепелиные яйца. И получается вот такая красота. Ну что, как вам идея такой подачи? Нравится? Ставьте лайк, пересылайте друзьям и подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться на просторах YouTube. Ну я не прощаюсь, а просто говорю до новых видео. Пока-пока!